От пули украинского военного в Луганской области погибла женщина в свой день рождения. Подробности сообщили в местном управлении нацполиции. Я напомню, сегодня утром стало известно, что армеец убил 25-летнюю мирную жительницу в селе Троицкое Попаснянского района и ранил ее мужа. В полиции пояснили, что потерпевшие сами пригласили военных на праздник. Во время застолья один из бойцов поссорился с хозяевами, завязалась драка, и военный несколько раз выстрелил из автомата. Полиция открыла уголовное производство по статье «Убийство и покушение на убийство».